Всем привет! Привет! Мы с Ликулей идем сейчас в магазин. Будем сегодня с ней печь тортик очень вкусный. Какой мы будем печь? Песочный? Песочный. Как называется? Ну, в общем, песочный. С ягодами. Да, песочный пирог, торт, не знаю, как правильно называется, с ягодами. С Ликулей в магазин. Все это купить. Хорошо у нас снег, погода, дождика нет. Хорошая погода. Ну, ветер. Ой, аккуратно, тут стекла что-то вынуть. Да, но ветерок. Дует. Вот. Ну, погода хорошая. Сегодня утром у нас, кстати, шел снег. Вот, и совсем погода была не очень хорошая. Ну, не знаю, посмотрим. Сегодня снега не будет, а потом будет снег. Сегодня тоже, по прогнозу, не должно было быть снега. Разве нет? Да, нет, он стоял. Он еще на той неделе стоял, по прогнозу, на этот день. Что нам надо еще, Ликуль, там купить, пока я не забыла? Не знаю. Я уже не помню. Я всегда прихожу в магазин, дома думаю, что купить. Пойдем вот здесь. Планирую все, что купить, прихожу в магазин и все забываю. Пойдем погуляем, посмотрим. Да, пойдем погуляем и посмотрим. Завтра выходной, летние уроки делать не нужно, в принципе, да? Или много забыл? Много забыл? Не важно. Ну, успеет, по крайней мере, успеет сделать. Так. Вообще много. Мы получили посылку, наконец-таки. Сейчас мы распакуем, посмотрим, что же там нам пришло. Пойдем маме помогать открывать. Давайте открываем. Аккуратно, милаш, аккуратно. Что там? Что там, милашка, ты думаешь, а? Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, дочечка, давай, доставай. Ну-ка, доставай, милаш. Доставай. Давай, 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 помогаю. Аккуратно тяни. Могу. Ой, пап, нам тут не справиться. Давай. Помогай, нам тут не справиться. Вот так. Давай еще чуть-чуть ее вот так. Вот так. Все, доставай. Что это? Во. Во. Давай дальше будем. Доча, это Ликули. Это ты думаешь рюкзак, да? Я знаю. Да? Это Ликулин рюкзак. Ух ты, какой красивый. Ух ты. Ой, какой красивый рюкзак. Розовый, да. С черным. Да, мама. Такая ручка здесь вот так регулируется. Она вот так одет. Нет, доча, это не так одет. Лика будет... Вот так ходить. Лика будет вот очень довольна. Вот так? Не, вот так не надо. Давай посмотрим, что там внутри. Давай. Ага. О, здесь положили такую штуку надувную. Дочь, смотри, какая штука. Подушечка воздушная. Чтобы он форму не потерял. О, тут еще одна. Это уже немножко поддулось. Так, здесь у нас что? У нас здесь... Отдел. Обувь. Достаточно большой. Моя душечка. Да. И здесь тут для телефона там такое. А здесь, там другой и большой, и там большой основной. Телефон. Да, нет, ты, дочь, вот сюда, видишь, вот кармашки, тут для телефонов, тут я не знаю для чего, там визиточки, может, что-то. Здесь вот такой вот кармашек. Кстати, очень сделан качественно, молнии хорошие. Я думаю, Ликуля будет довольна, да? Угу. Здесь, кстати, тоже, смотри, расстегивается, видишь? И вот здесь вот получается карман тоже. И здесь получается тоже длинный. А он получается, этот кармашек полностью по всему рюкзаку длинный. Ну, кроме вот сзади, естественно, нету. А вот так вот по всей длине получается длинный такой кармашек что-то положить. Очень красивый рюкзачок. Я очень довольна. Миланке понравилась подушечка. Будешь на такой подушечке спать? Нет, не буду. Не будешь? Она будет спать,
И она лопнет. И она лопнет, правильно. Классный рюкзак, надо очень. Надо положить, правильно, положи обратно. Это мы Ликуле будем дарить. И эту подушечку. Все, закрывай аккуратно молнию. Вот, молодец. Ликуля обрадуется. Да, Ликуля обрадуется. Очень красивый рюкзачок. Очень, мы довольны, что его заказали. Вот такой вот ягодный торт я сделала Ликуле на день рождения. Я сделала вот такую вот пышку песочную. Потом внутри залила шоколадом. Он очень хорошо застыл и получился такой тверденький, хрустященький такой, прям вот вкусный очень шоколад. И сверху залила очень нежным заварным кремом ванильным. Очень вкусный крем. И вот такие вот свежие ягоды. Я думаю, торт будет просто вкусный, нежный. Вот. И вот такой вот, значит, тортик у нас будет у Ликули на день рождения. Лика уже увидела его, очень рада, ей очень понравился. Да, Ликуля? Да. И я, еще я, Ликуля. Да, да, да. Я сейчас буду делать уборку на кухне, но вначале я хочу пойти смонтировать видео, чтобы успеть его сегодня выложить, не очень поздно, потому что у меня завтра очень много дел, весь день просто загруженный. Вот. Ну, сейчас я пойду быстренько все смонтирую и буду убираться. Очень много на кухне уборки, потому что я делала торт. Миланка уже капризничает, сейчас идет в падки. Кто тут ходит? Я. Ты Миланке водичку попросила? Да. Вот. Ликуля мне поможет в зале, да, убраться, Ликуль? Угу. Вот, а я побежала монтировать видео. Максик нас тут дрыхнет, спит. Всем спокойной ночи. Да? А, да, Миланке купили сегодня мыльные пузыри. Она хотела, кстати, вот она купалась, надо было ванну ей дать. Мыльные пузыри. Завтра будем, мы завтра пойдем гулять. И вот как раз у нас со своими мыльными пузырями. А куда ты? Мы же не на улице пойдем. Ну, вот возьмет и пусть там. А может быть, на шашлыки пойдем. Может быть, будет видно. И возьмет тут мыльные пузыри. Надо, кстати, не забыть их тоже взять, да. Вот. А? Они не стоят. Ну, пусть лежат. Так что всем спокойной ночи, всем спасибо, кто был сегодня с нами. И всем пока-пока. Кто у нас тут уже спит? А? Что за Соня Фасоня здесь спит? Это наш Максик. 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 Миланка капризничает, спать тоже хочет.